Добрый день, меня зовут Кобякова Кристина Андреевна, я врач-стоматолог-ортодонт, терапевт, детский врач. К нам обратилась девушка 21 года с жалобой на положение 22 зуба. Ее не устраивало положение только одного зуба, но в процессе диагностики была выявлена микрогиния, это уменьшенный размер нижней челюсти, и протрузия верхних и нижних резцов, то есть увеличенный наклон, вестибулярный наклон центральных резцов. Пациентке было предложено полноценное лечение, идеальный план заключался в фиксации брекет-системы на обе челюсти. Пациенткой было принято решение о выборе альтернативного плана лечения, и таким образом была зафиксирована частичная брекет-система на зубы верхней челюсти от пятерки до пятерки. За несколько дней до фиксации брекет-системы мы рекомендуем проводить гигиену, что и сделала данная пациентка. Таким образом, на приеме нам нужно было использовать только щетку и пасту для устранения мягкого незначительного налета. Сразу после прочищения поверхностей мы можем использовать адгезивный протокол. В данном случае мы выбрали систему Universal Bond 2 фирмы Takuyama. Он помогает экономить время, он самопротравливающий и не требует засвечивания. Система была выбрана ортометрик лигатурная, керамическая, так как пациентка хотела эстетику, а мне хотелось зафиксировать положение четверок и пятерок и изменить только положение центральных и боковых резцов, то, что хотела пациентка. Поэтому выбрали систему лигатурную. В данном клиническом случае мы использовали дугу 0,12 нити, так как перемещение было значительное. Ожидаемый срок лечения данной пациентки около 3-4 месяцев. Если вам интересно, как завершится данный клинический случай, как отработает система, подписывайтесь на наш канал, мы будем рады делиться с вами новой информацией. До новых встреч!